Хосемиотика структурных изменений предстательной железы. Одна из задач, которая нам предстоит уже совсем скоро, это не только что-то посмотреть, но и описать. Описывать надо с учетом всех симптомов, которые мы должны держать в голове. И для того, чтобы облегчить эту ситуацию, есть несколько вариантов. Да? Можно делать какие-то заготовки, можно пользоваться какими-то, допустим, шаблонами, уже распечатанными, в которые потом вставляют дополнительные рукой подписи. Но лучше всего использовать автоматизированное рабочее место, которые могут быть самые различные, разных производителей, но важно, чтобы мы отвечали последовательно на совокупность вопросов, которая вот должна идти по определенной жесткой схеме. И поэтому я сейчас все по этой схеме постараюсь пройти. И начинаем с вида обследования. Что касается вида обследования, вот на правой половинке нашего экрана можно прочитать, что их бывает несколько: трансабдоминальное, трансректальное, сочетание того и другого, трансабдоминальное, трансректальное, что самое правильное, да, сначала мы можем определить состояние мочевого пузыря, потом проверить дополнительно остаточную мочу. Есть еще, видите, такие виды исследования, как трансперинеальное и сочетание трансабдоминального и трансперинеального, например. Да? Все это позволяет расширить возможности, и поэтому не надо отказываться ни от какого из этих методов, если у нас есть сомнения в визуализации того или другого участка. Для трансабдоминального исследования какие условия? Важно, чтобы было умеренное наполнение мочевого пузыря. Когда мочевой пузырь переполнен, визуализация предстательной железы существенно затрудняется. Вот это умеренное 200-250 мл. Условия проведения трансректального исследования, наоборот, опорожнение мочевого пузыря. Да? При этом мы осуществляем оценку количества остаточной мочи, то есть в любом случае оценка самой предстательной железы должна проводиться после предварительного опорожнения мочевого пузыря. Условия проведения трансперинеального исследования: положение на спине, ноги согнуты в коленях, мошонка поднята кверху. Вот тогда наиболее свободный доступ для трансперинеального исследования, и он возможен тоже с использованием различных датчиков, не только конвексного, но также линейного, при необходимости микроконвексного. Акустический доступ. Он может быть затруднен. Вот этот пункт, акустический доступ, имеет особо важное значение, когда мы смотрим после операционных пациентов. Нередко приходится с, допустим, повязками на передней стенке живота, когда существенно затруднен доступ датчикам. Нередко там с затруднением подвижности пациента, что осложняет использование трансректального УЗИ и так далее. Да? Вы видите, что здесь указываются варианты, когда доступ затруднен, но исследование возможно. Затруднен — исследование неинформативно и вообще невозможен. Технически невыполнимое исследование. Как ни странно, всякое бывает. Пациента направляют, он пришел, полностью заклеен живот, он обездвижен, его невозможно посмотреть полноценно трансректально. То есть исследование может быть практически невыполнимо
по техническим причинам. Следующее, что мы делаем, оцениваем форму железы. Мы помним, что железа в нормальных условиях имеет форму каштана. И вот в таком случае мы говорим, что форма без особенностей. В то же время патологическое изменение формы могут быть приблизительно следующих характеров описания. Для нас важно именно в семиотике выбрать те самые подходящие формулировки, которые в конце концов у нас должны быть в памяти, если мы будем писать потом от руки или печатать тоже в произвольной форме, не внося в какие-то готовые шаблоны. Итак, вот пример таких патологических изменений. Форма шаровидная изменена за счет значительного выбухания в просвет мочевого пузыря. Другой вариант. Форма неправильная за счет вдающихся в полость мочевого пузыря узловых образований по типу средней доли. Еще один пример формулировки, связанной с формой. Форма изменена за счет выбухания верхнего контура железы в дно мочевого пузыря в виде узлового образования. Еще одна формулировка. Изменена за счет умеренного выбухания верхнего контура железы в дно мочевого пузыря. Все перечисленные сейчас справа, 4 примера, являются примером патологического состояния формы, но оно должно быть описано. Да. В чем эта особенность? Вот теперь несколько таких видеопримеров, связанных с формой. В данном случае форма железа шаровидная за счет выраженной симметричной гиперплазии транзиторных зон. Периферическая зона истончена за счет сдавления узлами гиперплазии. Имеют место мелкие кальцинаты вокруг простатической уретры. Давайте посмотрим, где что. Мы вошли трансректально. Вот контур датчика. Вот видите, он практически соприкасается с железой, и тут идеальная видимость, да, никакой мертвой зоны. Шаровидность бросается в глаза, и я хочу привлечь ваше внимание вот к этой полоске, которая как раз является истонченной периферической зоной. Вот эта периферическая зона. Она занимает тут в лучшем случае 1/8, 1/10 среза, а все остальное занято гиперплазированными транзиторными зонами. Вот эта транзиторная зона с одной стороны, вот эта транзиторная зона с другой стороны, которые уже в свою очередь, видите, они подразделяются на отдельные фрагменты, то есть от увеличения размеров в свою очередь фрагментируются. Ну и простатическая уретра, она вот здесь, и вот указывается, что здесь мелкие кальцинаты вокруг простатической уретры. Понятно, то, что мы сейчас вот перечислялись, это не относится к описанию формы, но мы понимаем, что вот такая шаровидность, она конкретно связана с фактором, обусловленным вот равномерной гиперплазией переходных зон, да, который деформирует в конечном итоге весь контур железы, приводя вот к такой равномерной шаровидности. Другой видеопример. Вот мы смотрим трансабдоминально и видим в мочевом пузыре какое-то образование. Потом при полипозиционном сканировании видим, что оно исходит из предстательной железы, да? Что это образование является частью предстательной железы, которая сюда вдается. Поэтому мы можем про такую ситуацию сказать, что это внутрипузырный тип роста. Это тип роста по типу средней доли, когда внутрь мочевого пузыря вдается узловое образование, которое исходно произошло из переходных зон, и вот этот тип роста получил название тип роста по типу третьей или средней доли. И вот еще один пример, уже
трансвагинальный, трансректальный, извините, и мы видим, что вот эти выпячивания внутрь мочевого пузыря, они как раз являются распространившимися сюда, за пределы самого исходного контура железы, вот этими расширенными, увеличенными, деформированными переходными зонами. А тут можно заметить тоненькую полоску периферической зоны, которая стала ложной капсулой. Ложной, потому что на самом деле это не действительно тканная полоска, это сжатая периферическая зона. Еще один пример с нарушением формы. Вот мы видим, что внутрь мочевого пузыря вдается такой неровный контур. Это опишем подобным образом. Форма железы изменена за счет умеренного выбухания передневерхнего контура железы в дно мочевого пузыря. Это именно дно мочевого пузыря. Именно сюда вдаются эти выросты из той же самой периферической зоны. Да? Механизм тот же самый, по типу средней доли, да? Но здесь еще степень выраженности процесса меньше, чем в предыдущих случаях, и поэтому мы формулировку оставляем вот такую более умеренную. За счет умеренного выбухания передневерхнего контура железы в дно мочевого пузыря. Следующий пункт – контуры, которые мы должны оценить. Контуры. В норме они четкие и ровные, как везде, да? А если не норма, то что тогда? Нечеткость контуров характерна для инфильтративных процессов, что может также иметь место в фазу острого воспалительного процесса. Неровность контуров обусловлена деформацией капсулы изнутри, со стороны паренхимы, или извне. То есть каждый раз, когда мы отклоняемся от вот этих конкретных описаний, связанных с нормой, мы должны их интерпретировать. И эта интерпретация как раз представлена сейчас у нас на слайде. Размеры. Что значит нормальные размеры предстательной железы? Вот это фрагмент такого маленького, очень удобного руководства. Авторы написаны внизу. Капустин, Пиманов. Ультразвуковое исследование в таблицах и схемах. Здесь старое издание указано. Сейчас вышло у них новое издание. Очень удобное. На самом деле карманное. Можно в карман положить, листать. Крайне удобно. Вся информация собрана. Посмотрите. Здесь авторы предлагают ссылки на несколько источников. Как всегда, нас интересуют три взаимно перпендикулярных размера. Тогда получается верхний-нижний 3,5, передний-задний 2,5, поперечный 4. Приблизительные величины, потому что самое главное – это объем. Мы должны методом формулы эллипса, перемножив все эти три диаметра и используя коэффициент 0,523, получить объем. И по этому же автору Пателлу нормативный объем меньше 25 сантиметров кубических. Видите, по Игнашину 24 сантиметра кубических. А вот есть автор Конер 20 сантиметров кубических. При этом несколько замечаний.
не могу сослаться сейчас конкретно на какого-то автора, но неоднократно присутствует в литературе, что если мы используем трансабдоминальный метод, погрешность измерения при трансабдоминальном методе составляет вплоть до 25%. Много. То есть, если вы намерили 25, вы можете еще добавлять 5 сантиметров, да, кубических, да, как границу, плюс-минус 5, да. То есть надо в каждом сомнительном случае ориентироваться на объем, полученный при трансректальном исследовании. Да. Здесь погрешность велика. И что касается границы увеличения, в последнем клиническом руководстве под редакцией Труфанова упоминается верхняя граница как 40 сантиметров кубических, после которой однозначно речь идет про увеличение. Да? Это руководство 16 года. Поэтому после 40 мы всегда говорим про гиперплазию. Да? До 40 эти вопросы требуют какого-то обсуждения, связаны с визуальной характеристикой, что мы увидим на срезе. И в зависимости от этого будем окончательный вывод делать, какие симптомы будут определять последние строчки нашего заключения. Условно назовем их диагнозом. Да? Следующий пункт, который мы оцениваем, эхоструктуру. Эхоструктура однородная, хорошая формулировка для трансабдоминального исследования. При трансабдоминальном исследовании все должно быть однородно, в норме. При трансректальном исследовании мы видим определенную разницу в эхогенности различных зон, но граница между ними не очень четко видна. Да? В большей степени мы ориентируемся на дополнительные критерии расположения мочеиспускательного канала уретры и ductus eiaculatorius, да, впадающих в простатическую уретру. Как может изменяться эхоструктура? То есть вот если мы не видим явной нормы, когда она не изменена, когда она однородная, то как же меняется структура в патологических условиях? Вот это, пожалуй, один из самых важных критериев всех поисков симптомов ультразвуковых при исследовании. Эхоструктура изменена. Например, она может быть изменена за счет гиперэхогенных точечных включений с акустической тенью и без акустической тенью до 2-3 мм, расположенных диффузно, локально или в виде скопления кальцинаты. Такое описание является симптомом воспалительных изменений, да? Сейчас или в анамнезе. Другой вариант эхоструктурных изменений, когда мы видим трубчатые гипо- и анэхогенные структуры, идущие в радиальном направлении от периферии к центру. Это ретенционные изменения, тоже характерные для воспалительных процессов. Эхоструктура может быть изменена за счет диффузной или очаговой воспалительной инфильтрации. Эхоструктура может быть изменена за счет расширения простатической уретры с утолщением или слоистостью ее стенки. Их структура может быть изменена за счет гиперэхогенных линейных включений, расположенных диффузно, локально или в виде скоплений. Это участки фиброза, тоже являющиеся зонами, тоже являющиеся симптомом простатита. И, наконец, за счет анэхогенных кистозных включений, это тоже один из симптомов простатита, так как связано с теми же самыми процессами, что
И во втором пункте, которые попадают в сечение перпендикулярно. И, наконец, эхоструктура может быть изменена за счет узлов гиперплазии. Вот мы перечислили сейчас различные симптомы, которые в конечном итоге и должны быть указаны в тексте обязательно. Да? Мы должны указывать не простатит как таковой, а симптомы, которые мы увидели. И лучше, если мы просто сами симптомы в заключение будем тоже выводить. Теперь видеопримеры, как это может все выглядеть. Вот мы сейчас наблюдаем трансректальное УЗИ. И можем сказать, что здесь эхоструктура железы изменена за счет скопления кальцинатов в периуретральной области, преимущественно справа. Вот мы видим эти скопления. Мы видим, что позади них идет акустическая тень. Такие гиперэхогенные точечные включения не всегда кальцинаты. Это могут быть, ну, так называемые крахмальные тельца. Мы потом позже увидим, что их формирование связано с накоплением в выводных протоках секрета. То есть это процесс застоя и нарушение эвакуации из главных протоков. Но кальцифицироваться они вполне естественно будут не сразу, и тогда акустическая тень тогда в таком случае будет отсутствовать. Преимущественно справа, вот учитывая наше расположение и датчика, и маркера экранного, можем сказать, что вот это правая доля, да, и здесь это скопление крупнее, чем с противоположной стороны левой доли. Структура изменена в данном примере также за счет расширения перипростатических венозных сплетений. Смотрите, контур железы, а вот это перипростатические сплетения, они расширены, они увеличены, то есть имеет место венозный застой. Другой пример. Эхоструктура железы в данном примере изменена за счет расширения простатической уретры и увеличения толщины ее стенки. Вот это простатическая уретра. Мы видим, что она зияет, и стенка ее равномерно утолщена. Кроме того, мы наблюдаем скопление кальцинатов в левых отделах фибромускулярной стромы. Вот здесь располагается как раз фибромускулярная строма, мы ее саму по себе не видим, границу, но тем не менее проекцию этого скопления локализуем именно по такому зональному делению, связанную с классификацией МакНила, подобным образом. Остальные участки достаточно однородные. И вы видите, что вокруг уретры мы не наблюдаем никаких транзиторных зон. Да? Тут гиперплазии нет. Оба симптома, которые сейчас присутствуют, это симптомы, связанные с воспалением. Это не связанные с гиперплазией. Следующий пример. Видеопетли всегда вставляются очень капризно. О, видите, она с третьего раза запустилась. В данном случае мы видим сечение продольное. Мы датчик поставили в сагитальной плоскости, и железа рассечена как бы на две симметричные половины, и мы смотрим на правую половину. В данном случае мы говорим, что их структура железа изменена за счет скопления кальцинатов в периуретральной области и фибромускулярной строме. Вот сама по себе уретра, она вот здесь. И рядом с уретрой большое количество
вот этих кальцинатов, которые собраны в достаточно крупные скопления. Наиболее передние из них по локализации совпадают с областью фибромускулярной стромы. Следующий пример. Это уже поперечное сечение, тоже трансректальное. И мы можем сказать, что на этом примере их структура изменена за счет скопления кальцината в периферии гиперплазированных транзиторных зон. Вот они. Смотрите, одна округлая структура, вторая округлая структура, а по периферии этих округлых гиперплазированных транзиторных зон располагаются кальцинаты. Мы с вами говорили, что в нормальных условиях никакой гиперплазии нет. Да? То есть мы просто видим уретру, и рядом расположенный участок называем периуретральной зоной или областью. Да? То есть вот такие переходные зоны округло деформируются в условиях гиперплазии. Значит, здесь имеет место сочетание двух процессов. Процесса как гиперпластического, так и воспалительного. Да? Вот эти кальцинаты – это признаки воспалительных изменений. Кроме того, здесь имеет место расширение перипростатических сплетений. Вот эти гипоэхогенные включения за пределами уже контуров железы, а некоторые в нее проникают, это как раз перипростатическое венозное сплетение. Тоже обратите внимание, что мы не везде можем четко провести границу, где закончилась железа. Да? Это тоже признак нечеткости, обусловленной инфильтрацией. Да? То есть здесь сочетаются воспалительные изменения с признаками гиперплазии. Следующий пример. Здесь тоже не норма. Их структура изменена за счет чего? Трубчатых гипо- и анахогенных структур, идущих в радиальном направлении от периферии к центру. Ретенционные изменения. Вот это трубчатые структуры. Чуть позже мы увидим на схеме, как вот понять их расположение. Это сами выводные протоки желез, которые открываются в область уретры. И они гипоэхогенные за счет вот такого расширения внутри, а там кое-где и проблескивает вот эти гиперэхогенные включения, те, которые начинают уже формировать кальцинаты за счет вот такого факта конгестии, застоя. Именно из такого застоя мы говорим, что они по механизму являются ретенционными. То есть они не позволяют адекватно осуществлять отток секрета. Очаговая кальцификация, мы подразумеваем вот этот очаг, расположенный в левой доле. И кроме того, обратите внимание, воспалительный инфильтрат в периферическом отделе левой доли. Вот этот повышенной эхогенности. Вот это тоже участок очаговой инфильтрации. Да? Вот здесь мы видим тень от этих множественных кальцинатов, которые располагаются в периуретральной области. Явно выраженных транзиторных переходных зон здесь нет. Да? То есть эти явления, которые присутствуют, все связаны с явлениями, с симптомами простатита, воспалительных изменений. Еще один пример. Эхоструктура железы изменена за счет симметричной гиперплазии транзиторных зон. Бросается в глаза, правда? Два образования, располагающиеся по бокам уретры, в виде изоэхогенных узлов. Изоэхогенных чему? Изоэхогенных периферической зоне. Значит, вот это периферическая. Она еще не до такой степени сужена, не до такой степени смята и оттеснена к периферии, как на предыдущих картинках, но так или иначе, это пример того, что гиперплазия начинает
деформацию железы всей в целом и нарушаются соотношения зон. Второй симптом, который мы видим, кальцинаты в периуретральной области. Кальцинаты в данном случае являются признаком, связанным с воспалительным изменением. То есть здесь сочетанные нарушения, обусловливающие гиперплазию вместе с признаками воспалительных изменений. Следующий пример. Здесь структура изменена за счет множественных крупных кальцинатов с акустической тенью в периуретральной области. Мы говорим про периуретральную область, не про транзиторные зоны. Мы их не видим. Значит, эти изменения тоже полностью связаны с воспалительными изменениями. А кроме того, отмечаем расширение перипростатических венозных сплетений. Вот они. С обеих сторон равномерно располагаются перипростатические венозные сплетения. И, наконец, на данном примере мы опять видим продольное сечение в сагитальной плоскости. И здесь заметен единичный кальцинат в центральной зоне предстательной железы. Да? Вот. Это область уретры, это область ductus eoculatorius, и как раз это позволяет нам дифференцировать центральную зону. Видим, что здесь единичный кальцинат. Если мы вообще ничего не увидим другого, вот при всем исследовании это единичная оказалась находка. Я в таком случае не ставлю никаких заключений обобщающих, а просто пишу, например, единичный кальцинат в центральной зоне предстательной железы. То есть указываю в заключении сам симптом, который нашел, если он один-единственный. Да? Не надо из этого делать неправильных обобщающих выводов. И поперек опять имеем сечение. В данном случае можем сказать, что их структура изменена за счет множественных скоплений кальцинатов в периуретральной области с обеих сторон и в центральной зоне, а также конгестии главных протоках. Конгестии, то есть застой, вот мы видим, что они здесь хорошо контурируются, гипоэхогенные, а значит, там содержится жидкость, и мы их дифференцируем. Для того, чтобы нам представить себе, как формируются эти симптомы, вот мы можем воспользоваться такими схематичными изображениями предстательной железы. И я хочу повторить, что до сих пор не существует полного совпадения классификационного по разным классификациям. Вот это гистологическая классификация из одного из таких известных зарубежных учебников, который демонстрирует нормальную анатомию и в том числе ее клинические аспекты. И вы видите, делится предстательная железа на такие зоны, как гландулярная зона или внешняя. Она розовым цветом изображена. Внутренняя зона, или то, что это по Макнилу обозначается как центральная, и периуретральная зона, окружающая непосредственно саму уретру. И здесь внутрь уретры, она такую форму имеет, полулуния уретры. Почему? Потому что здесь вдается семенной бугорок, колликулис семиналис. Аналогичная картинка из
другого учебника из Липперта, и вы видите, что вот эта уретра, и в нее впадают выводные протоки самих железок. То есть вот когда мы видели на предыдущих примерах анахогенные, радиально расположенные такие трубчатые структуры, это были расширенные главные протоки. Расширяются они за счет затруднения оттока. Это затруднение оттока связано с густым секретом, и в таком случае усугубляет опять-таки формирование внутри протоков вот этих отложений, которые впоследствии становятся кальцинатами. Для того, чтобы лучше себе это представить, давайте совместно такую картинку нарисуем. Вот это предстательная железа и ее срез. И вот изображение самих желез, открывающиеся в уретру. Вот номер один, этот участок посередине, это и есть уретра. Тут ее неровность контуров горбообразная обусловлена тем, что это как раз семенной бугорок, который вдается туда. И, кстати, вот это углубление, наоборот, на его вершине, это мужская маточка. Это то, что осталось от тех источников, которые у женского организма сформировали матку. Да? И, значит, мы здесь можем также продемонстрировать вот эти все неподписанные мелкие железистые структуры. Что это такое? Это концевые участки тех же самых желез, которые попали в другое сечение. Ведь орган объемный, и поэтому количество таких железок достаточно большое по периферии, и они все создают вот эту железистую структуру периферической части. Собственно, то, что у нас сейчас изображено, это преимущественно периферическая часть. Теперь вот я изобразил номером 2. Сюда впадающие два крупные протока. Это семиразвергающие протоки или ductус эякуляториус, которые формируются от слияния семенных пузырьков и ductus deferens. И для того, чтобы себе это представить в микроскопическом строении, вот такой пример. Все эти участки, изображенные вот этими безымянными, неподписанными фрагментами железистой ткани, вот они здесь хорошо заметны на гистологическом срезе с увеличением в 40 раз. Вот более крупные эти участки, эти сами протоки довольно массивные, вот скажем, на уровне уже главных. И посмотрите, в них вот этими черными стрелками изображен секрет. Когда этот секрет становится более густым, накапливается, не осуществляется его оттока в простату, то постепенно это приводит к формированию тех отложений, которые мы видели с вами как кальцинаты, и которые, соответственно, являются признаком или результатом воспалительных изменений. Следующий пункт, который мы должны оценить, семенные пузырьки. В норме они не должны быть изменены. И я здесь вставил картинку из того же руководства Капустина, карманного. И видите, этот рисунок обозначен как зональная анатомия предстательной железы по Макнилу. Вот тот автор, который сейчас является основным для урологов в плане деления предстательной железы на зоны. И еще раз подчеркнем, что здесь есть много общего, но неполное совпадение с гистологической классификацией. То есть классификаций несколько. Классификация по Макнилу является общепринятой для именно урологических потребностей, но у гистологов есть своя специфика в описании этих
различных зон. Как видите, по картинке они не полностью совпадают, да? И таких источников довольно много, и все они имеют какую-то свою своеобразную специфику. Я ее привел для того, чтобы мы опознали с вами семенные пузырьки. Вот VS, Vesicula Seminalis, аббревиатура, они показаны у основания этого каштана, который является формой предстательной железы, да? То есть они прилежат к основанию предстательной железы, и сюда вдается вот это ductus deferens, семявносящий проток, который шел от яичка через паховый канал, через потом область таза. И вот после слияния ductus deferens и семенных пузырьков образуется ЕД, семя выбрасывающее, тут написано, или часто его переводят дословно как семя, извергающий канал, ductus eiaculatorius. Открывается этот канал там, где мы с вами видели, на colliculus seminalis, и вот этот colliculus seminalis как раз служит, вот обозначено V, семенной бугорок, да, colliculus seminalis, служит тоже ориентиром для дифференцировки в зональной анатомии. Вы видите, что на его месте впадения встречаются, дифференцируются вот эти зоны, центральная зона и периферическая зона. И что касается примера из жизни, вот мы посмотрим такую картинку, это продольное сечение. Вот сейчас я демонстрирую, как располагается датчик продольно в сагитальном сечении. И специально рядышком расположил точно в такой же позиции картинку, позволяющую представить себе топографию. Мочевой пузырь, вот он. Вот это внутреннее отверстие уретры, которое связано дальше с предстательной железой. Вот оно, внутреннее отверстие уретры. Туда ведет дальше, да? А как раз семенные пузырьки, вот эти, да? Вот они. Вы заметите, что по мере осмотра тут между собой как бы чередуются то правый, то левый. Они при таком полипозиционном сканировании, вот на самом рисунке тоже изображено, что один пузырек вскрыт, а там дальше не вскрытый. Так и здесь мы сначала видим один, вот он один, да? А вот это другой. Это один, а это другой. Условной границей по размерам, когда меряют толщину, передний-задний размер вот семенных пузырьков является 13 мм. Если он расширяется больше 13 мм, тогда говорят про эктазию семенных пузырьков, да, которая чаще всего тоже связана с определенным застоем. Вы тоже можете заметить, что у предстательной железы здесь имеет место гиперплазированная переходная зона, транзиторная зона. Вот то одна попадается, то вторую мы видим, и между ними тут кальцинаты. Так или иначе, задача этой картинки была показать семенные пузырьки в ходе трансректального исследования. Обычно для того, чтобы их визуализировать, приходится несколько глубже ввести датчик, чтобы уже пройти за область самого дна предстательной железы, и тогда они становятся более заметными, семенные пузырьки. Теперь вопрос, что же нам писать в заключении? Зачастую в сомнительных ситуациях правильнее просто отобразить симптомы, которые мы увидели. Но сами мы понимаем, что эти симптомы, они укладываются либо в категорию воспалительных изменений, либо в категорию гиперпластических изменений, либо в категорию, связанную со злокачественными изменениями, с раком предстательной железы. Да? И поэтому я их тут
разбил в такие подгруппы, чтобы приблизительные шаблоны подобного рода формулировок мы могли представить. Итак, если мы не видим укладывающуюся в какую-то явную симптоматику характера изменений, лучше указать, что это вот диффузное изменение неспецифического характера. Мы такой же термин использовали и в поджелудочной железе, мы такой же термин использовали и в других органах, в щитовидной железе. То есть не всегда картина, которую мы видим, позволяет сделать явный вывод. Если у гистологов бывают проблемы, у патоморфологов, да, то для ультразвуковой диагностики на сегодняшний день это пока еще может быть достаточно часто, поэтому не надо стесняться того, что сейчас мы не выявили явных симптомов. Тогда это изменение, мы видим, что это не норма, но не укладывается ни в какую четкую картину, тогда это не специфического характера изменения, да? Умеренные диффузные изменения предстательной железы неспецифического характера нельзя исключить простатит в анамнезе. Да? Возможно, что это были давно перенесенные, но не ярко выраженные такие воспалительные процессы какое-то время тому назад. Допустим, они могли привести изменению их структуры. Незначительные диффузно-очаговые изменения предстательной железы, резидуальные признаки простатита. Незначительные говорит само за себя, да? То есть мы не видим яркой, грубой симптоматики, такой, как мы сегодня смотрели на видео примерах, да? Она смазанная, но нельзя сказать, что это абсолютная норма, какие-то появляются очаги, да? Очень имеют место, мы различаем очаги, да? Мы можем просто предполагать, что это имеет место остаток каких-то воспалительных изменений, и тогда мы указываем, что резидуальные признаки простатита. Когда картинка ярко выраженная и такая достаточно наглядная, как мы смотрели на многих видеопримеров, мы укажем, что это диффузно-очаговые изменения, характерные для хронического простатита. Да? То есть там у нас как бы сомнений явных не было. Тогда так и указываем, что они характерны для простатического, для хронического простатита. Иногда бывает в формулировках и графические признаки, характерные для хронического простатита вне обострения. Чаще всего это бывает в ситуации, когда мы нашли, пациент никогда ни на что не жаловался, пришел на какое-то обследование, так скажем, вынужденное, к примеру, перед ЭКО, да, и у него ни сейчас, ни в анамнезе не было никаких эпизодов, связанных с какими-то неприятными ощущениями, он никогда не обследовался. Мы нашли у него, например, несколько кальцинатов, мы нашли у него расширение перипростатических сплетений. Ситуация может быть охарактеризована подобным образом. Графические признаки, характерные для хронического простатита. Еще одна формулировка, которая достаточно такая категоричная, да, не позволяет и куда-то в сторону отклоняться. Их графические признаки хронического калькулезного простатита. Мы не нашли никаких других симптомов, а огромное количество скоплений с акустической тенью. Некоторые из этих кальцификатов крупные достаточно. В таком случае мы подобную формулировку можем использовать. Формулировка должна быть такая, которая позволяет, ну, сделать вывод, что же мы там реально видим, да, какого характера изменения присутствуют в описательной части. И, наконец, их графические признаки хронического калькулезного простатита вне обострения. Аналогичная ситуация, как мы описывали перед этим.
видите, формулировки могут быть разные. Во всех сомнительных случаях, во всех случаях, когда картина не ярко выражена, лучше в заключение просто указать симптомы. Какие мы выявили симптомы? Допустим, множественные кальцинаты в периуральной области. Да. Расширение перипростатических венозных сплетений. Если нет других признаков, это можно указывать прямо в такой формулировке. Ничего в этом плохого нет. Теперь я сгруппировал здесь заключения, которые характерны для диффузной гиперплазии предстательной железы. Увеличение размеров и формы предстательной железы. Начальные признаки гиперплазии. Когда подобного рода может иметь место? Мы, допустим, намерили какие-то пограничные значения. Я озвучил, что в последнем руководстве Труфанова это было 40 сантиметров кубических. Мы намерили сейчас 35 с использованием трансректального УЗИ. То есть мы достаточно как бы уверенно говорим, что это объем уже с меньшими гораздо погрешностями, чем это могло бы быть при трансабдоминальном измерении. И увидели, что появляются транзиторные зоны, округлые. В норме их, мы договорились, не должно быть. А тут мы видим, они маленькие, но есть. Да? Мы можем сделать подобного рода заключения. Эхографические признаки диффузной гиперплазии предстательной железы. А вообще, диффузной гиперплазии, как правило, гистологи не описывают. Да? Но если мы не видим никакой зональности, мы не видим воспалительных процессов, воспалительных симптомов, но мы видим увеличение свыше 40, в таком случае мы можем пользоваться подобного рода формулировкой. Эхографические признаки, то есть не может быть увеличения без гиперплазии, если отсутствуют признаки воспалительные, да? То есть тогда это увеличение за счет гиперплазии, но не транзиторных зон, которые мы отдельно не увидели. Да? Графические признаки гиперплазии предстательной железы, диффузно узнавая форма, смешанный рост. Самая частая формулировка, связанная с тем, что железа растет как на периферии, так и вдается в мочевой пузырь. Вот что обозначает смешанный рост. То есть это не сугубо внутрипузырный, но это приводит за счет изменения ее формы увеличение как в сторону мочевого пузыря, так и на периферию. Эхографические признаки доброкачественной гиперплазии предстательной железы, диффузно узнавая форма, смешанный рост. Мы упоминали, что гистологически, патоморфологически ее называют доброкачественной. Я, как правило, не указываю это слово по понятным причинам, которые он говорил, но если ко мне пришел пациент, который говорит, ему 3 месяца назад делали пункцию, все признаки, все доброкачественное, да? Все признаки типичные для гиперплазии, связанные с именно транзиторными зонами, в таком случае можно не стесняться, это как в БИРАЦ-6, да? Когда мы имеем подтвержденную уже биопсии информацию. Эхографические признаки гиперплазии предстательной железы, диффузно узнавая форма, внутрипузырный рост. Не часто, но бывает иногда, что мы видим, вся предстательная железа полностью располагается внутри мочевого пузыря. Она так выросла, что практически оказалась расположенной целиком в просвете мочевого пузыря. Это бывает не часто, но бывает, да. Тогда мы подчеркиваем, что это внутрипузырный рост. Эхографические признаки гиперплазии предстательной железы по типу формирования средней доли. В каких случаях? Когда вот мы видим, что сильно вдается внутрь мочевого пузыря, но только либо один узел или несколько узлов, либо
вот такая выпуклость, которая явно связана с транзиторными зонами, вот это и есть средняя доля. Или третья доля, как ее по-другому иногда называют. Графические признаки гиперплазии предстательной железы в сочетании с признаками хронического простатита. На видеопримерах несколько случаев таких было, что мы видели и явно выраженные транзиторные зоны гиперплазированные, и кальцинаты, и расширение протоков. Да? То есть то, что признаки могут соседствовать друг с другом, безусловно, в этом вопросов нет. Я не даю никаких шаблонов для рака предстательной железы по понятным причинам. Там не должно быть шаблонов, да, если мы увидели по периферии, подчеркиваю еще раз, да, что принципиальное отличие рака от гиперплазии связано с источниками. Значит, доброкачественная гиперплазия растет из транзиторных зон, а рак растет из периферической зоны, да? Поэтому для поиска рака каждый раз нам при трансректальном исследовании нужно тщательно обойти всю периферию, и мы ищем какой-то очаг с неровными, нечеткими контурами, который растет инфильтративно за пределы капсулы. Там имеет место перерыв капсулы. Капсула нарушена в этом месте, да? Мы его искать должны целенаправленно. Если не нашли, там, скажем, под вопросом что-то нам ставят, просто мы тогда указываем, признаков инфильтративного роста не выявлено. А если нашли какое-то образование, то в данном случае лучше писать, что вот образование располагается там-то, там-то, исходит из периферической зоны, имеет инфильтративный тип роста с нарушением целостности капсулы. Да? То есть мы должны отметить, инфильтративный или инвазивный тип роста он должен в заключении фигурировать. Не наша задача ставить гистологический диагноз, помним, да? Но вот самое главное, что должно быть отмечено, какой тип роста мы увидели, что он в данном случае исходит из периферической зоны и распространяется инфильтративно или инвазивно.